И взял Авраам еще жену именем Хету. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мадьяна, Ишвака, Шуаха. Якшан родил Шеву, Зимана и Дедана. Сыны Дедана были Бигуил, Навдил, Ашурим, Летушим, Лимун. Сыны Медиана Эфа, Эфер, Ханох, Абида, Элдага. Все сии сыны Хеттуры. И отдал Авраам все, что было у него. Исаку сыну своему, да сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака сына своего еще при жизни своей. На восток, в землю восточную, не из жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарел и насыщенный жизнью. Приложился к народу своему, и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его в пещере на горе, в поле Ефрона, сына Хахора, Хитьянина, которая против Мамре. На поле и в пещере, который Авраам приобрел сынов Хетов. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сын его. Исаак жил при Бер-Лахай-Раи. Вот родословие Измаила, сын Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их, по родословию их. Первенец Измаилов, Навоев, за ним Кедар, Адбеев, Мифсам, Мишмар, Дума, Масса, Хадат, Фима, Етур, Нафиш и Кедма. Си суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в кочевых их, это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, когда уйдешь к Ассирии. Они поселились пред лицем всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак
был 40 лет, когда он взял себе в жену Ремеку, дочь Фафуила Арамьянина, из Месопотамии сестру Лавана Арамьянина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный вес, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено было имя Яков. Исав же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей. Иаков человек кротким, живущим в шатрах. Исав любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного-красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Едом, но Иаков сказал Исаву: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал ему: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову, и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье с чечевицей. И пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство.